Мусик, ну готов гусик? Не морочь мне голову. Ну, Мусик, ну ты не жалеешь своего маленького мужика? Пошел вон, обжор! Чего это тут у меня такое? Рецепты кому они нужны, господи боже. О! 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 Ролевые игры! Так, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и поднять интим. Поднять интим на небывалый уровень вы можете и должны играть с мужем в ролевые игры. О, чтобы привлечь его внимание, уже вы должны его встретить с работы, приняв соблазнительную эротическую позу. Почувствуйте себя хотя бы раз в жизни дикой кошкой. Господи, боже мой, у меня уже совсем мало времени. Что ж это? Вот, сюда. Так, как это у них? Ой, господи, я ничего не могу. Что это тебя так заколбасило? Случилось что? Все, ну, забудь об этом. Нормально все? Не, я шуганулся, я смотрю, ты что-то... Это... Забудь об этом, зарплату принес? Я говорю, трубы привезли, пахал как раб сегодня. Если есть, пожачнуть, может, пирожок, потому что... Все, прям интересно мне про трубы. Жрать меня колбасу. Давай зарплату, все, хватит. Сдаем, мы разгружали. Не заговори мне зубы. Полтора, даже он нажался, Артем. Закрыл варежку, отдал зарплату. Все, выгребай, я тебя знаю. Я раскидал. Говорю, работали вдвоем. Честное слово. Привезли трубы. И мы с Артемом колбасили, а он же нажался. Не рабочий, когда нажрется. Нормально там? Давай заначку. Тяжело было. Жрать страшно хочется. Может, пирожочек там что-нибудь есть? Ну, что-нибудь. Заначку давай. Заначку. Что такое? Почему я тебе все время должна это напоминать? Я прям не знаю. Ну что такое? Давай что-нибудь поедим. Ну, хочется пожрать. Ну, пирожок там. Слушай, здесь. Повидло. Ты понимаешь, я тебе вообще приготовила сюрприз. Пожрать. Вот. Нет, слушай, вот смотри. Вот глянь. Вот, читай. Это я жрать не буду. Ну, пожрать, там пирожочек. Это не надо плюс. Жрать. Это не надо жрать. Это надо читать внимательно. Смотри, смотри, что здесь написано. Чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь, понять интим, нам небывалый уровень, вы должны и можете с мужем играть в ролевые игры. Ты понимаешь? Ну, ты понял? Люся, я на трех работах. Я прихожу, у меня две роли. Жрать и сразу спать. Давай, что-нибудь сообразим, пожалуйста. Я такого тут не читала, слушай. Ой, такая игра, она мне так понравилась. Я думаю, что она понравится тебе. Значит так, значит, называется она... Ой, господи, боже мой. Да не спеши ты. Называется «Серый волк и красная шапочка». Только красная шапочка я. А чего это ты? А у него пирожки. Жрать хочу. Давай что-нибудь пришли. Нет. Слушай. Я тебе хочу сказать, что красная шапочка – это моя роль. Это моя роль. Понимаешь, я для нее рождена. Она же сексуальная, понимаешь? Она такая вся себя. Ну. Такая красная шапочка, а ты волк, ты такой. Ты такой. Понимаешь, ты серый, ты такой. Ты понял? Ты понял? А я? Нет. А я красная шапочка. И я к тебе подхожу и говорю. Волк. Почему у тебя такие большие уши? Думай. Долги? Я не понимаю, что такое. Ну ты соберись, включись. Давай другую игру попробуем. Давай другую. Да подождите, господи боже мой. Пирожочек там. Все.
Давай попробуем еще одну игру. Она очень популярна в Европе. Она такая интеллигентная, понимаешь? Она называется «Шеф и секретарша». Так, и кого я должен играть? Ну, подумай, подумай. Секретарша? Кто у нас командует? Кто у нас принимает решения? Кто у нас... Нет, не сейчас. Сейчас я секретарша, понимаешь? Я секретарша. Мне как будто бы 20 лет. И я такая, я иду от меня. В коротенькой юбочке, понимаешь? У меня такое декольте, такие очки. А ты шеф. Ты такой властный. Я властный? Да, ты мачо, понимаешь? Такой шеф. Вот, а я такая секретарша. Я такая иду к тебе. Шеф. Шеф. Вы меня вызывали. Нет. Как вызывали? Вызывали, скажи. Вызывал. Шеф, скажи мне что-нибудь, что-нибудь таким вот сексуальным, таким, таким низким голосом, такого. Например, скажи, Люся, где твой квартальный отчет? Люся, где твой квартальный отчет? Ты говоришь сексуальным голосом. Люся, где твой квартальный отчет? Да! 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 А теперь скажи, Люся, где твоя круглая печать? Где твоя круглая печать? Да! А теперь что-нибудь от себя, ну давай, давай, пошло, давай! Где твои пирожки? Пожрать пора, дай что-нибудь пожрать. Что ты зациклился? Пирожки. Все. Слушай, давай так. Давай поиграем, потом пирожки. Значит так. Я жрать. А сиди, молчи. Привезли трубы, понимаешь? Мы таскали, нас еще полтора человека. Раз Артем... ты скажешь про трубы, я тебе ничего не дам. Вообще ничего? Да. То плохо. Последний шанс. Иначе не будет ужина. Собрался? Включился? Игра называется «Попутчики в купе». Ну ты понял? Ну мы в купе вдвоем, господи, ну что здесь непонятного? В купе мы вдвоем. А остальные где? Остальные встали от поезда. Ну какая тебе разница? Мы с тобой вдвоем в купе, никого больше нет, понимаешь? У меня нижняя полка. У тебя нижняя, у меня нижняя. СВ. Спальный вагон. Все, мы едем. Москва, Владивосток. Поездка дальняя. Ну, мы с тобой близко. Вдвоем. Мы с тобой лежим. В пути кормить и будут? И молчать. И вдруг вагончик тронулся. Колесики чук-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 чук. А жарко. Я практически без ничего. А поезд набирает обороты. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. А я только в одном пеньюарчике, понимаешь? А ты рядом! Так, едем, что там у нас дальше? Колесами. Станция! Остановка! И мы с тобой вдвоем! Только я за безопасный секс. У попутчицы всегда все с собой. На всякий случай. Она открывает сумочку. Так. И достает оттуда что? Пирожки. Да запарил ты меня с этими пирожками! Давно приготовила на кухне! Ждут тебя пирожки! Да что ты, надо было ты сразу сказать. Я бы пожрал, причем мы собираемся забрать сразу. Ты не обижайся, пошел я только пришел. На кухню. Я сразу пошел, не пожрал бы. Господи боже, и эти придурки понаписали. Чего они написали? Для кого они эту пишут? Для кого? Для вот этого придурка? Господи боже, а вы что смеете? Что вы смеете? Вам шлак, что ли, пришли? Ха-ха-ха-ха, поживите с таким идиотом.